Ну, по крайней мере, с 2003 года точно. 16 лет последних, чуть-чуть больше. Этим откровением живу. Слова Иисуса. Помните вообще 11 главу, да, Иоанна? А что в ней описано в 11 главе? Как? Да, смерть Лазаря и воскрешение его, да? Помните Лазаря? Лазаря, которого Бог воскресил. Вот, а здесь слова Иисуса. Потому что и Марфа, и Мария, они верили, что Лазарь воскреснет, но уже верили, что воскреснет в последний день. Воскресение мертвых. А почему они так верили? Потому что, ну все, Иисус пришел поздно. Если бы чуть пораньше пришел бы Иисус, то они верили, он бы воскресил бы друга своего. Но уже был четвертый день. А Иисус, он как назло, вот он вроде и торопился, и не спешил. Он вроде бы как бы пойдем, а сам выждал четвертый день. Почему? Знаете почему? Если мы знаем еврейскую традицию того времени, то, да и сегодняшнее учение еврейское, иудейское, что первых три дня лишь возможны для воскрешения умершего человека. А после третьего дня все, ну, как говорится, поздно пить на жопе. Поезд ушел. Верили в то время, да и сейчас иудеи набожные верят, что первых три дня лишь возможны для воскрешения умершего человека. Но если прошли три дня, все, тогда уже воскрешение возможно только лишь в последний день, во всеобщее воскресение мертвых. Все. Поэтому и Марфа, и Мария, они ждали учителя, потому что сообщили Иисусу, пришли, передали информацию Иисусу. Конечно, не то, что сейчас, там, смс-ки, все, интернет, но тоже информация не так быстро, но распространялась. И Иисусу передали, что болеет, очень тяжело болен друг его, Лазарь. Но Иисус не торопился, дождался момента, когда он умер, и три дня прошло. Если бы он пришел пораньше и воскресил бы друга своего, то он дал бы основание, ну, всем людям, набожным там, сказать то, что Никодим говорил, помните, в 3 главе Иоанна, что мы знаем, говорит, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких дел, которые ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Бог. Но, так как Иисус пришел уже в 4 день и воскресил друга своего в 4 день, то все, уже нельзя было сказать, что он просто лишь пророк. Многие верят, что Иисус пророк. Нет, он не просто пророк. Он не просто учитель, он не просто целитель. Он спаситель. Он Господь, Бог всемогущий. И поэтому, когда Иисус воскресил друга своего Лазаря в 4 день, он тем самым показал, что он не просто пророк, не просто учитель, а он Господь и Спаситель. Как Фома сказал однажды, уже после воскрешения, сказал: «Господь мой и Бог мой». Иисус мне сказал: «Не-не-не, ты ошибся». Не-не. Он такого и есть. Хотя это в человеческий ум не влазит, честно говоря. Это непостижимо даже. Как Бог стал человеком? Многим это кажется невозможным, вообще невозможным. Да и по-человечески это вообще как бы... Это тайна. Слово Божье стало человеком. Аминь. И вот слова Иисуса в этом стихе, 25 стихе 11 главы, здесь, обращая ваше внимание, вот два имени Господа. У Него много имен. Бог в Библии открывает свои имена. И в каждом имени есть какое-то послание. Кстати, я не знаю, в армянском народе есть такая традиция давать несколько имен? Нет, одно имя, да? Есть, да, в некоторых? Ну, у нас тоже есть такие товарищи. Да. Я по матери татарин. По матери я Ибрагимов. По отцу я еврей. По папа мой Герши, они же Журавлевы. Вот. Я из такой еврейско-татарской среды. И у евреев, и у татар есть имена. Допустим, мой дедушка, он был Али Ахмед, то есть Гали Ахмед, два имени сразу носил. Бабушка моя была Минь Бану, которая татарская моя бабушка. Вот, получается, она носила тоже два имени.
Но это как бы одно имя, но это как бы два имени, разных имени. Вот, и есть разные имена. Вот сейчас у нас растет внучка, ей только 4 месяца исполнилось. У нее она Алина, она же Адар и она же Адасса. Это такая очень интересная такая история этого имени. Почему мы внучке дали 3 имени, Даша? То есть у нее имя и такое светское, и татарское, еврейское, и чисто еврейское. Вот такая внучка растет у нас. Вот, и интересно, что Всевышний Бог, Он в своих именах открывает самого себя, открывает свою сущность какую-то, открывает. И вот здесь два имени. Воскресение – одно имя, а второе имя – жизнь. Я есмь воскресение, а потом имя – жизнь. Жизнь. Воскресение и жизнь. И потом он говорит, верующий в меня, если и умрет, оживет. И не только тогда, когда-то, он сейчас жизнь. Я верю в Господа моего, который есть жизнь сейчас. Который есть действительно жизнь наша. Спасибо тебе, Господь. Он есть воскресение и жизнь. Вот это откровение, которым я живу, это рема. Поэтому я вот и вам эти имена дарю сегодня. Этими именами благословляю вас сегодня, друзья, всех вас. Воскресение, жизнь. Поэтому я так скажу, можно перефразировать так, что я говорю воскресение, подразумеваю Иисус. Я говорю Иисус, подразумеваю воскресение. Я говорю жизнь, подразумеваю Иисус. Да, спасибо, спасибо. Спасибо, братья, спасибо. И я, спасибо. Я вырос в семье атеистической. То есть наши родители, они не знали Бога. Ни мусульманского, ни еврейского, никакого вообще не знали Бога. К сожалению, а может и к счастью, никакой теории религиозной я не знал. Хотя мой дедушка Гали Ахмед, он у нас обрезал всех мальчиков, и татарских, и еврейских, всех приносили к нему. Вот, по округе он славился. Все знали, что вот Гали Ахмед, да, он хорошо обрезает. Ну, не, у нас не было ни мечети, ни синагоги не было в то время, где мы жили. Я родом с Поволжья, родился в Поволжье. Вот, и у нас не было ни мечети, ни синагоги не было. Но на дому, вот мой дедушка, бабай мой, да, он исполнял обязанности, получается. Такие вот. Обрезал у нас и татарских всех мальчиков, и еврейских. Но в то время, в советское время, тогда, 70-е годы еще, но это у нас не считалось религиозным больше делом, а это было как бы часть культуры, знаете ли, часть культуры, традиция такая, народная традиция, все. Поэтому это не было религиозно. И знаете, то есть я не знал никакой теории, ни мусульманской, ни иудейской традиции, я не знал абсолютно. Моя еврейская родня, она вообще была очень далека от религии. Они очень даже были настроены против религии. Так получилось. Ну, коммунисты, атеисты были такие. Я о Боге не знал ничего. Но сегодня мы пели прекрасную песню. Я на армянском ее вот сейчас слышал. Я слышал ее на английском, слышал ее на русском. На разных языках эту песню. Вот, на татарском отделе, кстати, эту песню тоже. Прекрасен мой Господь, прекрасен наш Господь. Что Он великолепен, Он прекрасен. И я об этом свидетельствую, что Он хороший. Он прекрасный. Он действительно есть любовь. Это правда. И я с Ним пережил встречу. Да, почти 40 лет назад это было. Уже времени прошло достаточно много. Тогда я был подростком. Молодой совсем человек, подросток, 13 лет. И как я с ним пережил встречу, я заболел и умер тогда от пневмонии. Двустороннее воспаление легких. Врачи не смогли спасти. Вот, когда определили, что пневмония, уже было поздно. Вот, и врачи констатировали мою смерть, то, что оба легких отекли, и наступила моя смерть. Все.
То есть 13 лет моя жизнь закончилась, собственно. Если бы Бог не пришел в мою жизнь, тогда, ну, тот Сергей Журавлев давно бы уже сгнил бы в могиле бы за 40 лет этих, как бы, ничего бы не осталось бы, косточки достались бы и все. Но я сейчас перед вами стою, вот, свидетельство рассказываю. Слава Богу. У меня жена, дети, внуки, служение, церкви, которые меня как пастора, как епископа, как архиепископа принимают. Проповедую в церквях, вот в вашей церкви, допустим, открытое небо. А небо действительно открыто, слушайте. Прекрасное название, очень хорошее название. Молодцы. Слава Богу, Господь дал такое хорошее имя вам. Вот, и я пережил с ним встречу. То есть я знаю, что такое выходить из тела не понаслышке, не со слов других людей. Я знаю это из своего опыта. Я был перед ним, перед Богом. Вот, я видел Бога, я был перед ним. Вот, и я вернулся обратно. Он простил меня. Я не знаю как, не знаю почему, за что. Вот, обычно оттуда не возвращаются. Вот, но он мне дал новую судьбу. Я воскрес. Вот, слава Богу, не успели меня разрезать врачи, спороть. Вот, и, но уже остывшее тело было. Вот, я вернулся в свое остывшее тело. Вернулся, заходил в него. Вот, то есть я это знаю все не понаслышке, ни из кино, ни из фильмов, а вот из своей жизни, личной жизни. Поэтому я об этом рассказываю. Вот. Ну, о Боге ничего плохого не могу сказать. Он очень хороший, очень добрый. Вот. И это действительно так. Мне нравится, как американцы говорят, God is good. Он за тайм, да? God is good. Одна буковка, и он Бог хороший, Бог хороший. Вот, и он действительно хороший. Вот, я в жизни ничего лучше не видел. До того, а после того мне тоже не с чем даже сравнить, честно говоря. Вот, и вот Володя, брат, меня встречал сегодня, спасибо вам. Вот, и у него, оказывается, собачки есть, собаки есть, он любит собак, да, значит, и рассказал немного свою историю, немного, вот, очень хороший брат, такой душевный брат, вот, хороший. И, знаете, я вспомнил свое детство, я тоже вырос собаком, у меня была собака любимая, моя, значит, она была большая очень такая, вот, я очень любил кавказцев, как раз, вот, и это, огромная собака просто была в то время для меня, вот, и она смотрела на меня всегда так, что я знал, что она, значит, любит меня. Вот, я знал, что скажи ей отдать жизнь, она отдаст жизнь свою за меня. Вот глаза Бога, они даже были больше, чем глаза вот этой собаки. Вот, глаза мамы, папы, собаки, вот все, что я знал в жизни вообще до того, с чем я мог вообще сравнить что-то, я не мог ни с чем сравнить. Ладно, я... Хотя, опять-таки, я когда об этом рассказываю, и у себя в церкви тоже порой, я говорю так, братья, знаете, помрете, сами поймете все. Потому что, пока это не переживешь сам, вот честно говоря, вот, ну, это очень трудно рассказать вообще. Пусть Божий Дух, Он поможет сейчас донести это все до вас, каждому из вас. Вот, и... Когда вернулся в тело, я медленно заходил в самого себя, даже еще медленнее, чем выходил. Вот. И я был исцелен, я это понял сразу. Хотя не зашел сразу я в себя, а вот где-то был вот в голове, и вот где-то здесь только еще был. Вот. Даже не вся грудь еще была полностью заполнена мной. Но когда я заходил в себя, я понял сразу, что я здоровый. Знаете почему? Потому что я... Когда уходил, когда меня выдавливало из моего тела, то я хрипел, свистел, вот, и, ну, очень больно было. А когда я зашел сюда уже, то не хрипел, не свистел, то есть дышал ровно вот именно в той части, в которой я был уже. А потом опускался дальше, как бы заползал в себя самого или заходил в себя самого, я не знаю, как это объяснить это. Вот, но очень больно это было, неприятно очень было, ну, и страшно, и противно было. Но, как обезболивающее, была вот эта радость, что Бог, и Он есть, и Он очень хороший, и Он очень добрый.
и Он простил меня и дал возможность жить еще. Не то, чтобы там плохо было, а то, что в этом времени можно жить по-другому. Можно все менять. Хотя, на самом деле, практически это очень сложно. Мы это понимаем, да? Но я был полон тогда оптимизма, что можно все менять, оказывается. Вот. И когда я заходил в себя, то я не хрипел, не свистел. Одним словом, когда я воскрес, то я был исцелен. Оба легких были исцелены. Мое воскрешение, врачи попытались маме, папе объяснить, что моим родителям, что, мол, какой-то скрытый резерв организма, что-то еще там такое наговорили. Но очищение обоих легких они никак не могли прокомментировать абсолютно, потому что это было без комментариев, это было невозможно вообще. Вот. И я попытался, конечно, поговорить, ну, конечно, да, с родителями, во-первых, попытался поговорить, с мамой пытался поговорить, вот, потому что я понимал, мозгов хватило понять, что, знаете ли, обычно не возвращаются. Вот, думаю, если я так глупо выгляжу, оказавшись перед ним, перед Богом, а я думал, что очень глупо выгляжу, потому что я даже за секунду до смерти не знал, что Бог вообще существует. Вот. Я думал, что сейчас меня додавят до конца, я исчезну, испарюсь, перестану существовать. Все. Это я понимал, последние секунды жизни тогда. Но когда воскрес, я вот понимал, что я могу еще жить и жить по-другому. И знаете, друзья, вот, конечно, я напугал своих родителей, вот, потому что врачи напугали их перед тем, что вот раз была смерть, раз, значит, какое-то время я был мертв, то это может быть не без последствий, как бы, и родители думали, что это была какая-то галлюцинация или что-то еще такое. Но это не галлюцинация. Галлюцинация не меняет человека. А я вернулся совсем с другим мышлением, другими мозгами совсем. Все, что нравилось до того, оно мне перестало нравиться. И наоборот, то, что раньше не нравилось, оно мне стало нравиться. Но самое главное, что я не мог больше жить без него. Я не мог больше без него жить, я только хотел жить с ним. Только я не знал, как это сделать. Мне хотелось с ним разговаривать. Первые дни эйфория быстро ушла. Мне было что? 13 лет, я был здоров, снова пошел в школу. Но и с одноклассниками, со сверстниками я не мог об этом поговорить. И пытался поговорить, но все было напрасно. Никого не было верующих у нас, к сожалению. Вот, ну, в окружении не было никого, кто бы знал хотя бы что-то. Вот. Поэтому я замкнулся, стал плакать. Хотя до того никогда не плакал. Нас так учили. Вот. И дедушка мой, допустим, Галяхмед, он так очень строго меня так наставлял, что нельзя плакать. Но он, правда, по-русски ничего не знал фактически. Вот. Он только одно слово по-русски знал хорошо. Собака. Когда расплет к этому муху там убьет, собака. Так хорошо, без акцента прям получалось. Вот. А так, но я по-татарски с ними тогда, с бабушкой и дедушкой мог лишь разговаривать. И когда я очень сильно порезал себе руку, вот, многочисленные были порезы, глубокие порезы были. Вот, и я не плакал, терпел, вот, и дедушка это все увидел, очень сильно оценил, вот, и потом, хотя мне еще тогда не было 13 лет, посадил со взрослыми, когда был курбан, ели мясо, а там только лишь взрослые могли сидеть, мужчины только лишь сидели, вот, и меня посадили среди мужчин, это была у меня честь такая была, оказана, что я слезинки не проронил, как бы, вот, терпел эту всю боль. Хотя мне и солью помазали, ну, насыпали солью, запутали, вот, чтобы кровь остановить. Вот. И дедушка отметил. То есть я с детства знал, что мальчик, тем более уже если после 13, вообще нельзя плакать просто, вообще нельзя плакать. Вот. И знаете, а здесь я стал плаксой. Я приходил, а знаете, почему плакал я? Приходил домой со школы и закрывался, и просто утыкался в подушку и плакал. Знаете, почему плакал? Потому что мне хотелось хотя бы секундочку ему в глаза снова посмотреть. Я просто не мог без этого жить. Просто не мог. А как с ним разговаривать, я не знал. Я не знал, что можно с ним разговаривать вот так, запросто, не выходя из тела. Я только лишь один имел опыт заболеть, умереть.
быть перед ним, разговаривать с ним и вернуться в тело. И я даже помню, в школе, в классе сижу на уроке, и у меня такая идея возникла, почему бы не попробовать снова заболеть. Думаю, специально простыну, объемся мороженого, заболею. Вот. Хотя я, воспоминания были эти все, очень тогда свежи, выходить из тела очень больно и заходить еще больнее было. Но я был даже готов на это, такой шаг. Думаю, раз повезло вернуться, может быть еще раз повезет мне вернуться, думаю. Да в конце концов у меня так, мысли такие были, что думаю, надо же, на свою голову попросился обратно. Вот, но ждал одно только разочарование меня во всем этом. Но до мороженого дела не дошло, вот, простовать мне не надо было. Господь видел мои эти глупые мысли, эти, вот, и дело не дошло до этого. Он просто пришел ко мне ночью, во сне. Просто во сне. Я не видел Бога, но Он был там. Настолько реально, что это просто не передать. Я не видел Его глаз, но они смотрели на меня в этом сне. Настолько четко, что я это просто ощущал, вот, ну, как ваши глаза сейчас. Вот. Я ощущал так Его глаза. И Он был как будто бы за перегородкой такой. Ширма, не ширма, экран, не экран. Я не знаю, как это объяснить. И там были многие детки. Одним словом, во сне я научился с ним разговаривать, не выходя из тела. Что можно не умирать, можно, не умирая, с ним разговаривать. И когда я проснулся, вот, то я, значит, попробовал. Хотя очень тяжело было решиться. Очень тяжело. Я значит, проснулся засветло еще. Задолго до будильника, вот, проснулся и очень долго не мог решиться. Но я закрылся, конечно, и я впервые поговорил с ним, вот не выходя из тела уже. Я сказал: «Бог, это я, Сережа. Прием». Мне это напомнило, вот как в фильмах там «17 мгновений весны», там радист какая-то, там Юстус центру, центр Юстусу, короче, на связи. Я думаю, здесь вот как вот Штирлиц тот среди этого подлого рейха, я здесь вот вынужден в этом теле нахожусь, как в какой-то фашистской ненавистной форме. Мне это тело не нравится, но я вот здесь, сейчас, я связываюсь с моей настоящей родиной, с моим центром, и я ему сообщаю, жалуюсь, короче. Я даже не надеялся, что будет какая-то оттуда, мне хотя бы весточку туда послать, мне хотя бы туда сообщить, что мне есть плохо очень. Но я все, как во сне было, так я ему все и наяву уже, и все, и рассказал, как мне плохо без него, как мне хочется хотя бы в глаза ему хотя бы секундочку посмотреть. Вот, я все тогда отдал бы за это. Но знаете, когда я ему все это порассказал, как с родителями непонимание. Я пытался им рассказать, маме пытался, а мама так побледнела, она так испугалась, перепугалась так. Она думала, что со мной проблема, а я понял, что это с мамой проблема и с родителями проблема. Потому что думаю, если я в 13 лет, и вот мне казалось тогда, когда оказался только первые секунды, вот оказался там, перед Богом, мне казалось, я самый плохой мальчик, что жил на земле тогда. Мне так казалось, хоть провались, отправались некуда вообще. Там, вот, там другое вообще состояние совсем. А знаете, думаю, а если взрослый человек придет туда, думаю, и не знает, а мои же родители, мама, папа не знают вообще, что Бог вообще существует, вообще никак, ни боком, ни припеком, никак не знают. Вообще, атеисты, полный атеист. Ой-ой-ой. И знаете, и я все одним словом Богу пожаловался, все рассказал ему. И знаете, когда рассказал ему все, так полегчало, всякую боль, тоску как рукой сняло. Вообще, ну, я ему в конце сказал, того эфира, что до встречи, до связи. Вечером у нас снова, думаю, будет сеанс. Я снова смогу ему пожаловаться, рассказать. И уже в школе я уже нормально, я уже, ну, как бы, знаете ли, уже жизнь удалась. Вот, вечером я снова ему все рассказал, что было в течение того дня. Я понимал прекрасно, что он все это видел и так, но когда ему пересказываешь все, так хорошо становится. Это незабываемо было. Так хорошо становится. И все каким-то смыслом наполняется вообще. Все смысл имеет совсем другой вообще. То, что ты прошел в этом дне,
совсем другим смыслом наполняется все. Интересно очень. И я ему все это рассказал, и спокойно, не плача, я не плакал уже, не рыдал, все, я просто спокойно и уснул. Ха, надо же. А во время второго сна меня ждал второй стресс, еще больше стресс, оказывается. Там тоже был Бог, но он, я тоже не видел его, но он был там. И он был настолько реален, это был большой лев, огромный лев. Я бывал в зоопарках, нас возили и в Москву возили, в зоопарк большой, значит, мы смотрели здесь, ну, еще детьми. Я видел львов, но этот лев был такой огромный, что, ну, просто, ну, таких в природе не бывает. Как многоэтажный дом, одним словом. Ну, не такой, как в Москве, большие, ну, как вот, ну, допустим, 4, может, даже чуть больше этажей, вот такого, если постройки. Одним словом, это был огромный лев, таких в природе просто не может существовать. Я думал, он меня сожрет. Я испугался. Я букашка по сравнению с ним. А он прям ко мне подходит. И дыхание его горячее такое, я ощущаю. И я во сне закрыл глаза, и во сне, самое интересное, такие сны были, что закрываешь глаза и ничего не видишь, но все слышишь и ощущаешь. И он подошел близко, и как бы нюхает меня, и его дыхание я чувствую, огромное такое, сильное такое дыхание, горячее прям. И он стал меня облизывать. Но перед тем, как он меня облизал, я, значит, успел кое-что Богу сказать. Потом, через год примерно, когда я уже вот «Отче наш» прочитал впервые, находил тексты из Библии. Знаете, где я находил тексты из Библии тогда, в 13 лет? В книгах по научному атеизму. Мне было интересно, но Бог может через ослов говорить. Помните, да, пророку говорил, потом, да? Вот, Бог может через коммунистов говорить, через кого хочешь может говорить вообще. Вот, и через атеистическую литературу у нас, оказывается, была подборка атеистической литературы. Я же не интересовался взрослой этой литературой раньше, до того. Там у нас полное собрание было сочинения. Там и Маркс, и Энгельс, и Сталина. Бабушка очень сильно, моя еврейская бабушка, она очень сильно обожала Сталина. Вот она была такая вот, вот говорила все время, Ленин и Сталин, два таких было, ну, героя, а все остальные негодяи как бы. Вот, я даже там, ну ладно, это отдельная история. Ой, я думал, она у меня немецкий язык знает, а уже взрослым я узнал, оказывается, она немецкий не знала. Это был идиш, это такая, ну, как бы, как испорченный немецкий, но это один из диалектов еврейских в то время, оказывается. Мы же ничего не знали, вообще нам ничего не говорили об этом. Вот, и знаете, были среди собрания сочинений марксистов, ленинистов, как говорится, сталинистов. Там у нас была, оказывается, полка и атеистическая литература. Я не знаю, кто их, я, наверное, никто не читал, кроме меня. Вот в 13 лет я стал читать эту литературу. Знаете почему? Потому что мне было интересно. У нас в каждой комнате Ленин висел, значит, там, и у нас была бабушка особенно очень сильно, ну, набожная в этом отношении. Она очень сильно верила этим героям, очень сильно. В детской комнате у нас Ленин висел такой добрый такой, и даже в двух вариантах, с детьми и без детей, просто вот одна голова большая была. Вот, значит, в большой комнате у нас там и Ленин, и Сталин висел, значит, там, и, значит, там, и Маркс, Энгельс, поменьше портреты были. То есть это, нас в мавзолей Ленина возили несколько раз, вот, специально на вот день рождения Ленина, как раз вот в апреле месяце, вот, сюда привозили специально, то есть как бы, у нас семья такая была очень сильно набожная в своем роде таком, в атеизме. И вот представьте себе, я стал читать литературу тайком, конечно, тайком. Эти взрослые книги брал я с той полки. А почему, мне было интересно, потому что нас воспитывали, что вот Ленин, Сталин, они были такие герои. Но мне было интересно, почему же, если Ленин он такой освободитель наш, как бы, да, то почему вот такой умный человек, почему он не знал, что Бог есть? Ведь он есть. Мне стало интересно, и вот чем больше я читал тогда, 13-летним пареньком, эту атеистическую литературу, тем больше я понимал, что на самом деле, при всем тогда моем уважении к ним, а с детства нас воспитывали в этом уважении к ним, они не знали Бога. Думаю, если бы и Ленин, там, или Маркс, Энгельс, допустим, до него, там, если бы они хотя бы немного увидели из того, что я видел, они бы никогда бы такие вещи не написали. И вот в этой литературе атеистической я находил вдруг места из Писания, из Библии.
Самое первое для меня был шок. Я даже не помню, что за книга была. Там была большая цитата из Писания, из книги пророка Иеремии. Книга пророка Иеремияу. Книга пророка Иеремии. И была большая цитата, ну, целая глава фактически. И там начиналась цитата словами «Так говорит Господь». И дальше шло обращение Бога. Я помню, стресс такой пережил, знаете, вот приятный очень стресс, что, думаю, хотя бы раньше, но были люди, которые, ну, верили, которые знали, что Бог есть, но я не говорю, что верил, а знали, что Бог есть, и могли слышать Его, думаю, даже, и могли записать вот эти слова. Я себе переписал, завел себе тайную тетрадку, которую вел я несколько лет, и туда записывал, в основном с атеистической литературы, эти цитаты из Библии, я стал просто специально, целенаправленно их выискивать уже тогда. Вот. И из книг по ИЗО, по истории искусств. Потому что я художник по своей специальности вообще-то, доцерковный. Вот. И тогда я учился в школе обычной и в школе художественной. А после школы пошел в училище художественное. И вот уже в училище художественном у меня был товарищ один, это уже был... Какой уже год уже? 84-й был год? 83-й? 84-й год уже был уже. Этот товарищ, ну, он на другом курсе был, получается. Ну, тоже в одном училище учились мы. В одном потоке, только на разных курсах. И вот этот мой товарищ, он достал мне Библию тогда. Ну, вначале доставал раз в году, доставал мне на месяц чтение. Он себе брал на месяц и месяц мне давал читать. Вот. А потом уже... Ну, уже в 87-м году уже у меня была уже своя Библия уже. Но это уже было чуть позже. Я уже в храме уже тогда прилепился к храму и стал ходить в церковь. Тайком, вот. Мы жили уже в другом городе, значит, и в Орле. Здесь на юге, как раз получается, оттуда, потом Орел. Вот, там моя уже юность прошла уже такая, уже зрелость уже, формирование, становление мое. И вот там, в Орле, в училище, заканчивал Орловское художественное училище, и вот уже достал Библию тогда, и стал ходить в храм тайком. Конечно, родители узнали потом, что я хожу в храм. Вот, мама потом спросила меня, а почему ты не пошел ни в мечеть или не в синагогу, а почему пошел в храм, в церковь православную пошел. Но я маме тогда объяснил, как мог, что, говорю, мам, у нас... Ну, не было тогда ни мечети, ни синагоги не было. Все, что с религией связано, там в Орле, это вот только храм православный. Был один, второй там храм. Вот. Но не только поэтому, конечно. Дело в том, что я потом читал Коран, изучал ислам. Ну, это чуть позже было. Уже будучи священником православным в 91-м году, уже священником будучи, я изучал специально ислам, изучал иудаизм. Но при всем уважении... Я в своей мусульманской семье, допустим, встречаюсь, допустим, с родственниками. У меня большая татарская семья. Сегодня многие из них стали религиозными уже мусульманами. Тогда были чисто светскими, советскими людьми. Только лишь что обрезанные и все. Как бы. А сейчас многие стали, вот в Казани, допустим, моя родня, они стали активными прихожанами и даже спонсорами мечети, организаторами. Вот, и общаясь со своей роднёй татарской, я говорю так, что при всем уважении, но вот тот Бог, с кем я пережил встречу, именно на странице Библии, он открывается мне как истинный Бог. Потому что он мой отец. Он мой отец. И вот тогда, в 13 лет, я вот не договорил, что второй стресс, какой я испытал, когда видел льва огромного во сне, я назвал впервые тогда Бога своим отцом. Я когда проснулся, уже облизанным этим львом, я был в таком стрессе, незабываемом, приятном очень стрессе. И тогда впервые я назвал его своим папой. Это было чудо, конечно, потому что я вырос в семье, где и мама, и папа, знаете ли, но в 13 лет назвать кого-то еще своим отцом, тем более того, кого ты не видишь, Бога, это было так чудно. Прошли годы,
я узнал как раз, что и в еврейской традиции как раз в 13 лет, когда совершается бар-мицва, или бар-мицва для девочек, для мальчиков бар-мицва, ну, для девочек обычно чуть раньше, накануне, в 12 лет совершается, ну, по традиции, древней традиции такой, а для мальчиков чуть попозже, в 13 лет, к 13 годам совершается бар-мицва. Мицвот это заповедь, заповедь, как бы, да? А бар это сын. Бат это девочка, ну, дочь, а бар это сын. То есть получается сын заповеди. И когда бар-мицва совершается, это красивый обряд, я присутствовал при бар-мицвах, сам принимал участие тоже в бар-мицве, значит, не раз уже среди мессианских евреев. Но знаете, интересно, что, кстати, моя еврейская родня, некоторые стали каяться впоследствии. И татарская моя родня стала каяться, слава Богу. Принимать Иисуса Христа, Иису Масиха, Иешуа Машиаха своим личным спасителем, своим личным Господом. Не просто пророком, даже не пророком, а именно спасителем своим, Господом своим. Это, скажу, это полнота спасения. Так вот, и действительно великая благодать. И Он наш Отец. На бар-мицву мальчик как становится мужчиной в еврейской традиции, по крайней мере. До 13 лет его родители, как Бог для него, и мама, и папа, как боги для него. Но в 13 лет он становится взрослым каким образом? В татарской традиции обычно режут барана, значит, там, или как, ну, разные есть традиции у казанских, татарских, разных племен, народов, народностей. Но в еврейской традиции он взрослым становится, когда называет Бога своим отцом. В присутствии свидетелей называет Бога своим отцом. И родители его земные остаются его, конечно, родителями до конца. Но отныне Бог Отец. На все слова. И помните, Иисус тоже к 13 годам, как раз на Пасху, ему было уже 12 лет полных, получается. Вот, и неполных 13 было ему лет, совершилась его такая сверхъестественная тоже бар-мицва. Когда он потерялся в храме, его искали, там искали, потом в храме нашли его, и он сказал, что родителям своим, помните, да, Иосифу и Марии, он сказал, что, а разве вы не знаете, что мне должен быть в доме отца моего? В присутствии учителей Израиля он назвал и своих родителей Бога своим отцом. То есть с Иосифа упал груз, потому что он был праведный человек, Иосиф, да, и он не мог лгать. А на бар-мицву он обязан был назвать его своим сыном, рожденным по крови. А он не мог это сказать, потому что он не отец его в таком смысле слова. Потому что Мариам от Духа Святаго, да, родила. Поэтому он не мог солгать. И, наверное, к 13 годам, когда Иисусу уже было 13 годам ближе, Иосиф очень сильно, наверное, нервничал, как минимум. Вот по этому поводу, как ему поступить. И вдруг с него груз этот был снят, потому что Иешуа сам в присутствии учителей Израиля назвал Бога своим отцом. Совершилось его сверхъестественное бар-мицва. Братья, сестры, и самое главное, что Бог, Он для всех нас великий Отец. И не просто даже Ава еще, Ава. Авину, есть много молитв, древних еврейских молитв, которые еще до Иисуса Христа звучали. И там слова есть «Авину», «Малкейну», то есть «Отец наш» и «Бог», «Царь наш», или же «Авину шеба шамаим», «Отец наш, который на небесах». Но «Авину» — это «Отец», «Папа», «Отец», но «Аба», «Аба», «Авину», «Ава» — это совсем другое, это уже «Папочка», «Папуленька», «Папенька». До Иисуса, до благодати, до эры благодати никто не мог вот так вот обратиться к Создателю, Царю Царей, Богу Богов, как к своему, не просто даже к папе, а к папочке. Но Дух Святой, поселяясь в человеках, изнутри нашего естества и сердца нашего взывает к небесам. Даже не просто папа, а папочка. Даже не просто отец, папуленька. Это человеческому и ангельскому уму непостижимо просто-напросто. Это сверхъестественно. Да, слава Богу, друзья.
И в завершение, наверное, уже, да, чтобы... Есть время. Есть время, да, в принципе, я до пятницы волен, так что... Но я хочу рассказать эту историю, не могу не рассказать. Просто немного о своем служении. В 87 году я стал служить в храме, тайком вначале от родителей. В начале 88-го уже официально уже. Уже на полное время, не просто раз или два раза в неделю, а каждый день уже в храме. Руководил хором, хотя я музыкального образования не имею, но очень полюбил пение церковное. И тем более, что бабушки, которым я руководил в храме, они сами тоже были музыкально неграмотны, но как мы так просто пели, как могли. Батюшка нам подмурлыкивал, и мы как бы так вот пели, как могли. Но мне очень нравилось это все. Вот, и хотя родители были в шоке, конечно, они были в ужасе, и даже отрекались от меня тогда, к сожалению, вот такое было время. Хотя уже перестройка была в самом разгаре, но мои родители были еще очень сильно настроены агрессивно против религии любой. Вот, и я не мог ничего им даже возразить. И последний ультиматум был, папа пытался меня купить, мою мечту осуществить, только, пожалуйста, в храм не ходи. Если даже ходишь, то так тайком, чтобы, значит, не на виду. Вот. Ну, а тем более, да, родня у меня была, все, многие были КГБ, поэтому вычислили очень легко меня, вот, молодого, неопытного, вот, мое хождение в храм. Вот, и, знаете ли, ну, все, у нас родня большая, все, там, ветераны ЧК, НКВД, бабушка была, у нас ветеран ЧК еще была, НКВД, вот, она еще до войны сделала карьеру в этих органах. Вот, и дедушка мой, родной еврейский дедушка, он стал тоже полковником НКВД еще до войны, еще, до Второй мировой еще. То есть он сделал карьеру тогда еще, в ЧК еще с Дзержинским, там, в Петрограде еще. Вот. То есть это как бы легендарные были такие Гершели, раньше они были, потом стали Журавлевыми. Но, понимаете, они были без Бога и против Бога настроены. Но я не мог ничего им даже донести в то время. Но ультиматум был такой впоследствии, что либо родители сказали так, либо мы, либо твой Бог, все, либо мы, либо твоя церковь, все. И когда я продолжил ходить в храм, то, конечно, это было ударом для моих родителей, но несколько лет мы фактически, ну, не общались. К сожалению, мне очень больно это было. От самых родных, от самых близких людей очень больно было это переживать. Самое первое испытание в моей жизни христианское, это было как раз с неожиданной для меня тогда стороны, от самых родных людей, от самых близких людей. Но я теперь уже, имея опыт такой, я многим молодым людям говорю, ребятам, девчатам, держитесь за Господа, что бы ни было бы. Знаете ли, прошли годы, лет через 10 после вот того страшного разговора в начале 88 года с родителями, Лет через 10 уже, нет, меньше даже, меньше, лет 8 прошло. А моя мама приезжала, потом папа приехал на мой приход, где я уже служил священником, и они мне говорили так, что слава Богу, что ты нас тогда не послушался. Пошел этим путем. Они у меня крестились тоже, и мама, и папа крестились, вот, значит, ну, в храме, в таком православном, традиционном, тогда, значит, и брат мой крестился, и они как бы вот, ну, потянулись так к Богу. Слава Богу. Вот. И бабушка, она почти 100 лет прожила, бабушка, и вот за полгода до смерти она покаялась, она тоже приняла Иисуса Христа. Я молился вместе с ней. Я молился вместе с ней, да, и она всю жизнь была такая, ну, знаете, ну, ветеран ЧК еще, НКВД, такая была железная леди такая, железная бабушка такая была. Еврейская бабушка была очень такая, жесткая даже женщина такая. Вот. Но знаете ли, ее сердце буквально за полгода до смерти вот, очень сильно размягчилось. Вот. И я когда приезжал к ней, мы общались, я просто молился перед тем, конечно. Вот. Потому что ну, опасался, что родня не даст нормально пообщаться как раз. Но, слава Богу, она очень хорошо воспринимала, слушала хорошо, соглашалась помолиться. И было время, мы вместе помолились как раз. Вот, приняла Иисуса Христа как своего Спасителя. Вот. Я ей рассказывал об Иисусе вот, и помолился за нее. Вот, и потом она уже ушла в вечность уже. Представьте, почти 100 лет было ей, примирилась с Богом и ушла в вечность с Господом. Вот, для меня это был такой подарок вообще, вот, от Бога.
И я знаю теперь тоже, что спасешься ты, и спасется дом твой. Поэтому наши дома, они Господни дома. Через нас Бог приходит в наши дома. Аминь. Вот, и в 91-м году я стал священником. То есть в 87-88 начал служить. Тогда чтецом, потом и по диаконам, потом диаконом. И вот в 91-м году, последние месяцы были Советского Союза, получается, да, я стал священником. Как чтец и по диакон я служил в Орловской и в Московской области. Немного в Московской послужил тоже, да. Значит, а уже как священник в Рязани и в Рязанской области, и немного в Брянской области послужил. С 91-го года по 96-й год. Вот, тоже Бог совершал чудеса в нашей жизни с супругой, потому что мы когда поженились, то еще до женитьбы врачи говорили, что детей у нас не может быть, потому что у супруги была аномалия такая, матки не было как таковой, она была в зачаточном, точнее, состоянии. Вот, и врачи объясняли, что зачатие никак не может произойти вообще. Нам говорили, как молодым, вы можете пока пожить для себя, а потом можете кого-то усыновить, там, удочерить по вашему желанию. Там. И врачи как бы давали даже алгоритм, нам показывали действий наших дальнейших. Но я не соглашался внутри. Вот очень важно, что бы ни говорили врачи, что бы ни говорили люди, люди много что говорят. Люди предполагают, но Бог располагает. Поэтому внутри, глубоко внутри, не соглашаясь никогда с плохим. Ни с диагнозом, говорят, ты банкрот, говорят, ты там, значит, там больной, что ли? Мало ли что говорят вообще. Говорят, вон, москвикур дает вообще, мало ли что говорят вообще. А верь тому, что Бог говорит. Верь тому, что Бог говорит. И это беспроигрышно. Беспроигрышно. Он, я читал когда биографию Григория Великого, он был в яме, сгноили, думали его. А он жил с откровением от Бога, что Бог ему сказал, что будет пробуждение, будет покаяние армянского народа. Какое пробуждение, какое покаяние, никто его не слушал вообще. Вот, его просто хотели загноить в этой яме, а он жил с откровением. И представьте, все равно получилось так, как Бог сказал. Сегодня вот вы свидетельство этому. Так что, чтобы люди не говорили, люди лишь люди. Люди лишь предполагают, ангелы лишь предполагают, но Бог всем располагает. И вот Господь дал нам возможность родить тогда первых наших старших двух детей. Вот сейчас у нас шестеро уже детей, так что жив Господь. Аминь. Бог наш. Аминь. Аминь. Вот, и еще скажу. В 96-м году я стал реформатором. То есть я до 96-го года, меня хватило еще. Я служил в традиционном православии, значит, и как и тысячи моих коллег я совершал, ну, многие вещи неправильные, как я сейчас понимаю. Вот даже крещение. Вот, к примеру, вчера было крещение у вас, да? Да. До 96-го года я крестил, ну, это называется педобаптизм. То есть крещение детей, допустим, да? Но даже если взрослых мы крестили, вот я крестил, допустим, взрослых тоже многих, но это было без обращения, без просвещения, без возрождения, понимаете ли? А это не крещение, это лишь это называется педобаптизм, но это не настоящее. Я осознал такую вещь, много что осознал тогда, в 96-м, когда Библия вернулась в мою жизнь вновь, что молиться надо только лишь Богу, что вот эти все вопросы, которые в 87-м, еще в 88-м, которыми я священников ставил в тупик буквально, вот, они снова вернулись в мою жизнь. Эти же самые вопросы. Зачем молиться кому-то еще? Если есть уже путь истинной жизни, что отец уже знает, о чем ты будешь молиться прежде прошения даже у него, что есть ходатай Нового Завета, первосвященник, Иисус Христос, все четко понятно. И знаете ли, в 96-м все это вернулось, все те же вопросы, но на них я ответил уже совсем по-другому тогда. Не так, как в 87-м и 88-м священники мне отвечали. Я для себя ответил на эти вопросы совсем по-другому. По Слову Божьему. И в своей личной молитве я отказался от молитв кому бы то ни было помимо Господа. Но приходя в храм, где я был настоятелем, я обязан был молиться разным умершим святым посредникам Богу. Но ведь один посредник Иисус Христос. Все. За всех нас. Я помню, в Грузии одно из последних служений больших было. Собралось много, там были сваны в основном.
И я говорил, что знаете, говорю, братья, говорю, они очень суровые такие, братья. Да. С вами, да, вы очень своеобразный народ такой. Вот, значит, и я им говорю, что, знаете, говорю, святой Георгий не покровитель Грузии. Они, это было как, ну, я чувствую напряжение такое в зале. Я говорю, и святая Нино, говорю, тоже не покровительница Грузии. Я понял, сейчас напряжение очень серьезное. Сейчас спичку чернут, вспыхнет. Я говорю, но сам Господь Бог, говорю, покровитель Грузии. Они, а, ну да, спасибо, батюшка. Спасибо, спасибо. Да, сразу напряжение снялось. А почему я так уверен? Потому что покров Бога над всеми нами, друзья. Покров Божий над всеми нами. И я это очень четко осознал в 96-м году. Слава Богу, моя супруга меня поддержала тогда. А потом и теща наша еще присоединилась к нам. Так что у нас уже все, уже трое, уже мафия, уже. Или церковь, точнее, Божья уже. Вот, и знаете, действительно, когда есть единомышленники, это прекрасно. А когда это ближайшие твои люди, то это вообще, это самое прекрасное вообще. Вот, и осознание того, что крещение, допустим, нужно совершать во взрослом возрасте уже. Кстати, помогли мне очень сильно белорусские баптисты. Уже в Брянской области там были белорусы, которые приезжали на миссию. Вот. И тоже вот как раз вот каждый дом для Христа, там какие-то еще другие там брошюрки распространяли. И среди прочих была брошюрка, баптистская брошюрка. Она называлась «Что Библия говорит о крещении младенцев?» Я думаю, о, а мне приносили как священнику, бабушке. Они говорили, вначале жаловались, говорили, вот у нас какие-то... Какая-то секция какая-то, бахтисты. Секция. Есть карате, да, это бахтисты. Вот, короче, вот такая секция у них завелась. Я говорю, да вы что, ну давайте вот то, что вам приносят, давайте мне все приносите. Ну, будет чем печку растапливать, ну как бы и... Ну так и почитаю. Одним словом, мне бабушки приносили эту подрывную литературу, я, значит, ее перечитывал, некоторую просто печку бросал. И вот... И одна меня заинтересовала, а там еще был нарисован такой жирный крест православный, думаю, о, а внизу написано «Евангельских христиан-баптистов», думаю, надо же, православный крест, и название, что Библия говорит о крещении младенца, думаю, ну, наконец-то баптисты, наверное, за ум взялись. Я открываю брошюрку, ну, такая вот, просто, листовка, чистый лист. Думаю, ну может опечатка, мало ли. Закрываю, и написано, да, Библия ничего не говорит о крещении младенцев. А говорит о крещении сознательно верующих в Иисуса Христа людей. Короче, кипел мой разум возмущенный. И в смертной Боге вести готов был. Я думаю, надо же. Но самое интересное, многие информационные брошюрки мне не запомнились. А вот это с чистым листом. Порой молчание, оно сильнее слов. Слушайте, запомнилось мне потом, запомнилось очень сильно. А потом я сам разочаровался, через несколько месяцев буквально после этого чтива, я разочаровался в педобаптизме. Знаете, я стал спрашивать людей, которые привозят младенцев своих крестить, а почему вы решили крестить младенцев? Они мне говорят, ну, чтобы хорошо спал, кушал. Ну, мы крещеные, что будет, нехрест, что ли? Вот, надо же тоже крестить как-то. Одним словом, ничего толкового. Думаю, надо же, думаю, это что ж, у нас шаманизм, что ли, какой-то, что ли. Вот, надо же все объяснять. Я, конечно же, себя вину не слагал. Я стал заниматься такой работой разъяснительной среди населения. Вот, стал как бы с людьми разговаривать, значит, уговаривать, рассказывать, что такое крещение вообще. Вот, но понял, что очень все запущено, конечно, нужно все сызново начинать буквально. Ну ладно. А потом уже... Когда Бог вернул меня к Библии назад, вот, то я четко осознал, что все, педобаптизм не для меня. Мне нужно крестить сознательно уверовавших людей. Чарльз Спёрджен говорил очень красиво по этому поводу, что не крещение, говорит, приводит к возрожденной жизни, а возрожденная жизнь приводит к крещению. Приводит, подводит к крещению. И поэтому я вот уже больше 20 лет я крещу с превеликим удовольствием людей, во имя Господа Иисуса Христа, я говорю, что крещается там раб Божий такой-то. А, я спрашиваю каждый раз, заходя в воду, что так же, как у вас тоже, да?
что веришь ли в Иисуса Христа, обещаешь ли служить Ему доброй совестью, он говорит, да, обещаю. А потом говорит, ну вот, на основании Слова Божьего и твоего исповедания веры я крещу тебя во имя Иисуса Христа. А потом он говорит, крещается на Божий такой, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь, аминь. Вот. И это действительно, это, ну, это по-христиански. Вот. Да много другое, что... Знаете ли, реформация – это не выдумывание нового. Само слово «реформация» говорит о том, что это восстановление старого. Это возрождение. Есть деформация, а есть реформация. Деформация – это деградация, а реформация – это возрождение. И вот, друзья, с самого 96-го года я стал реформатором. Но до 2003 года я все колебался, братья, честно. Часто колебался. То, как тот еврей говорил, помните, да, Иисусу? Верю, Господи, помоги моему неверию. Вот временами верю, временами не верю. Вот, вот не знаю, вот, вот такой вот человек. Вот, молюсь, верю, не молюсь, не верю. Начинаешь работать, верю, а вот пообщаешься с кем-то из традиционных священников православных, думаю, какая реформация, не дожил бы, бы живу. И вообще, значит, Горбатов могилы исправит вообще, думаю, оно никому не нужно вообще, значит, что, их рожал, что ли, за них переживать вообще, что я мамка родная, что ли. Ну, начинаешь молиться, нормально все, в молитве, знаете, когда Бог наполняет тебя Духом Святым, все, там море по колено, вообще, горы по плечу, вообще, все смогу в укрепляющем Иисусе Христе. И вот так продолжалось у меня такие колебания до 2003 года. И весной 2003 года вот эта рема пришла. «Я есмь воскресение и жизнь». Иоанна 11:25. С чего начинал я сегодня? «Я есмь воскресение и жизнь». И все началось с того, что я попал в ДТП тогда, в 2003 году, перед Пасхой еще. Я был за рулем, и сколько был за рулем, до того никогда не попадал в никакие серьезные передряги. Ну, было так пару раз, там, тебя, меня, там, что-то черканул, ну, как бы, учился парковаться когда-то еще пацаном. Ну, как, одним словом, насчет, но ничего серьезного не было никогда, значит, Бог миловал. А в 2003-м, вот, произошло серьезное ДТП, я сбил подростка, вот, и... На мотоцикле школьник выехал покататься на трассу, вот, и удар был сильный, ну, 2 тонны на скорости, мало не покажется, знаете ли, и удар был, для пацана был смертельный, мотоцикл так покорежило, что потом милиционеры говорили, что, ну, не подлежит никакому восстановлению, все, это только лишь уже запчасти. Вот, и вот такое было ДТП. Со мной была моя жена в машине, и наших тогда 5 детишек, вот, дети еще маленькие были еще сравнительно, и вот, и все вместе были мы в машине, и я был за рулем, и знаете, когда все это происходило, это как кино какое-то было, вот, как будто не со мной, как будто это с кем-то вообще происходит, нереально было, осознание, что на тебе кровь человека, тем более, вот пацана совсем, сейчас или пацан еще, старшеклассник, похож на моего ребенка. Ужасно, конечно, это было все. Пережить это все. И я, конечно, последние секунды, он из одного села ехал в другое село, как потом выяснилось уже у следователя все. Вот, значит, через трассу. Вот, и сбежал со школы, с урока все. И потом они с пацанами, оказывается, на мотоциклах, на мопедах с разных сел съезжались в одно село покататься, чтобы... И вот, одним словом, когда я уже убедился, что жена цела, дети целы, я выбежал из машины. Ну вот, зрелище. Тело валяется, бездыханное тело, и мотоцикл в другой стороне валяется. И знаете, я впервые в жизни молился, я раньше за умерших много молился. За упокой, до 96-го года я за умерших очень много молился. После 96-го года я молюсь только за живых, только за здравие молюсь, только за живых молюсь. То есть я за упокой отказался молиться тогда по идейным соображениям, когда Библия, Божье Слово мне вот именно открылось так, что молиться надо, но молиться за живых людей. Но когда человек умрет уже, Бог не есть Бог мертвых, Бог живых, но у нас есть очень четкое разделение, есть мертвые, есть живые.
И когда человек умрет, у нас остается последнее право молиться за него именно.